И про вас нельзя нам. Теперь выпускники вам скажут слово ваши классные руководители. Пожалуйста, классный руководитель 12 А класса Татьяна Сергеевна. Спешит поздравить вас, нет, дорогой 11 класс. Надо было первый класс. Это последний звонок. Запомните вы навсегда. Пусть много пройдет дорог, пусть время отмерит года, но это последний звонок, а детство к юности шаг. Уходит детство, чтоб удивляться. Оно от всех уходит как-то раз. И хочется, и плакать, и смеяться, и хочется ни с кем не расставаться. 12 класс. Дорогие друзья, сегодня мы хотим вам подарить нашу ностальгическую песню, которая называется «Юность, детство», часть 1. Thank you.
на глазах пустые, все отходят, бригады, с неба дома. Оставайте, старина, оставайте все.
Thank you.
вам поступить, чтобы степень бакалавра или магистра получить. Продолжайте обучение, чтобы без душевных мук увенчать образование званием доктора наук. У меня для вас, друзья, слов совсем немного. Лучше знания, а не деньги брать с собой в дорогу. А еще с собой возьмите дружбу крепкую свою, потому что друг поможет и в учебе, и в бою. Вы заботились о школе, много сделали для нас. Мы хозяевами школы будем и не хуже вас. Заканчивая наше выступление, желаем мы вам горы перейти, взмыть в облака, проплыть все океаны. До новых встреч! Счастливого пути! Но кроме учебного процесса есть еще и внеклассная работа. И именно у вас, в вашем классе, было так много замечательных моих помощников. Поэтому, значит, хотелось бы на память ребятам в этом последнем звонке подарить вот такой красивый звонок. Во-первых, надо поздравить нашего президента. Ученикам. Вот, например, подсказка. Что это такое?
подвиг разведчика. Ну, каждый ученик, я думаю, придет со шпаргалкой. А это ум хорошо, а два лучше. А если найдутся такие смычки, которые без шпаргалки шагают? Это как всадники без головы. Хорошо, а ученик ушедший за мелом? Без вести пропавший. Ну ладно, ищи, кто тогда? Или парус одинокий. Автоработник. Тише, едешь дальше. Остановка урока. Знакомая симфония. Озвонок срока. Золотая. Журнал «Классик». Сказание о правде. Дневник. Книга жалоб и приглашений. В журнале. Быть или не быть. Замер зал весь в ожидании. Перед вами на прощание говорят выпускники. Пожалуйста. Покинуть школу, пришла. Спасибо, родные, за то, что учили, за то, что взамен ничего не просили. И радость, и горе деля пополам, желали всегда лучшей доли бы нам. От всей души, без многословия, желаем счастья и здоровья, желаем вам всех вас земных. Мы знаем, вы достойны. Thank you.
Thank you.
Вскоре, как Бог.